вами снова я, королева мистики, и со мной снимается моя собака Лаки. Лаки немецкая овчарка, и она обожает сниматься в моих видео. Сегодня, ребята, мы с вами закажем на сайте Darknet Happy Meal. Happy Meal, вернее, не Happy Meal, а Hell Meal, адскую еду. Смешарики, Экзи. Я, ребята, уже однажды заказывала Экзи игрушку, ежика Экзи, и разрезала его. Что я там нашла внутри, вы просто не поверите. Очень страшное видео, советую вам его посмотреть, друзья, ссылка будет в описании. А также не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам нравятся страшные видосики. Друзья, также мы заказали еще немного зелья, которое снимает проклятие, потому что мы собираемся заказывать много Happy Meal'ов, то есть Hell Meal, адскую еду, и пробовать ее. После того, говорят, если ее попробовать в 3 часа дня, в адский час или в 3 часа ночи, человек может превратиться в существо, которое мы заказали, или же призвать его. В разных случаях, по-разному, друзья, и для того, чтобы сделать обратно вернуть все на круги своя, мы также заказали оборотное зелье, и при помощи укола вот этого гигантского шприца, то есть нужно будет уколоть либо игрушку, либо уколоть меня, если я вдруг превращусь в кого-то. Кстати, со мной снимается мой парень Дима. Всем привет. Да, Дима наконец-то может разговаривать, а то вы некоторые пишете, что он не умеет разговаривать. Дим, ну, какой Happy Meal будем сегодня заказывать? Так, я лосяш. Лосяш, он из смешариков, из запретной серии, друзья, смешарики Экзи. И мы сегодня закажем Happy Meal смешарики Экзи. И если после того, как мы посмотрим Лаки, Лаки, терпение, она ей уже не терпится, она уже чует этот Happy Meal. После того, как мы посмотрим, что же у нас получится, что будет в этом Happy Meal, и что, во что мы превратимся, и вообще во что мы ввязываемся, друзья, придется сделать этот смертельный укол. Прямо сейчас мы наберем этой жидкости. О, кстати, отвратительный запах. Ладно. Он там есть? А, вот он есть. Ага, отлично. Смотрите, друзья, он синий. Черт, это реально какой-то синий с какими-то примесями там, посмотрите. Это просто жесть, ребята. Так что Дима будет водить аккуратно этот укол, потому что это просто наистрашнющий укол, который я только видела. Он просто гигантский укол, и шприц гигантский. Так что будьте аккуратен, пожалуйста, когда будешь вводить это зелье. Друзья, в этом кошельке у меня находятся деньги. 1000 баксов, которые я заплачу за Happy Meal Экзи смешарики, друзья, прямо сейчас. Погнали! Итак, ребята, у нас есть место, где мы обмениваемся подарками, можно так сказать, есть. Кстати, у Алены Ведом такая рубрика «Обмен подарками». Кстати говоря, можно было бы сделать обмен подарками, например, сиреноголовым. Как вы думаете, какие бы подарки сиреноголовый выбрал для меня и какие бы подарки я выбрал для сиреноголового? Если вам интересна эта идея, то, пожалуйста, напишите это ниже в комментариях, друзья. По-моему, клево. А еще мы с Димой недавно общались здесь с местными жителями и спрашивали, вообще какие-то есть мистические вещи. Нет, мы здесь не пройдем, пойдем здесь. Какие-то есть мистические какие-то объекты рядом здесь? То есть вы не замечали ничего странного? И нам рассказали одну просто потрясающую историю. Друзья, здесь недалеко у воды, кстати говоря, у которой очень часто тонули. Ну, в принципе, если не умеешь плавать, лучше вообще не лезть в воду. Очень часто тонули дети. Там есть офигенная труба. И они говорят, тот, кто 3 раза пройдет эту трубу, тот будет проклят, то что-то произойдет. А если это сделать в 3 часа дня или в 3 часа ночи, то проклятие может затянуться на долгие-долгие годы. То есть в зависимости от того, наверное, в какое время ты пройдешь, настолько проклят ты и будешь. В общем, друзья, это очень интересные вещи, и мы хотим с Димой отправиться посмотреть эти объекты, действительно ли они существуют, действительно ли верна эта теория, то, что если пройти через них, пройдет вот даже, возможно, эти люди потом говорили, что даже исчезали дети, которые проходили через этот туннель. Может быть, это туннель-пожиратель, друзья, все что угодно может быть. Туннель-пожиратель не один, их может быть очень много. Ладно, друзья, прямо сейчас в этом кошельке находится 1000 долларов, и я их оставлю здесь, на нашем доме из дерева, друзья. И мы начнем наш 3 часа челлендж. Погнали!
Друзья, пока мы ждем, что менеджер сайта Darknet придет и обменяет наши денежки на Happy Meal смешарька. Кстати, правильно Дима сказал, мы заказали лосяши. Ты знаешь об этом лосяше что-нибудь? Ну, я знаю, у него только рога. Ну, рога – это лось или олень? Мне кажется, это олень или лось. Ребят, как вы думаете, кстати говоря? Лось, наверное. Понятия не имею. Лось, смешарик или олень. Но это будет XZ, проклятая игрушка, и мне уже подсказывают то, что обмен завершен, и мы можем сходить и посмотреть на наш Happy Meal смешарик XZ. Лосяш. Погнали скорее, ребята. Дим, как ты думаешь, что там будет? Может быть, там будет лосятина? Например, гамбургер из лосятины. Лаки, Лаки уже мчится, она чувствует. Лаки чувствует, она хочет гамбургер, бутерброд, да, Лаки? Да, моя девочка, все, все. Как она радуется. Гамбургер большой, из лосины. Из лососины. О, ребята, вот он, это настоящий Happy Meal из Макдональдса. Смешарик XZ, так сказать. О, упал. Черт, смотрите. Из кошелька вынули все деньги, оставили чек. Друзья, оставили только чек. То, что мы купили Happy Meal смешарики XZ. Ребята, 1000 баксов, ценичок. Все, стали уже официально работать, чеки. Забирают деньги, оставляют чеки. Хорошо, ребята, давайте теперь поподробнее рассмотрим Hell Meal, что означает адская еда. Смешарики XZ, ребята. Макдональдс. Настоящий, просто нереально. Посмотрите, какие зубы, какие глаза у этого лосяша. И мне не терпится посмотреть, что там внутри. Давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. И прямо сейчас откроем его. Итак, ребята, вы не представляете, насколько это волнительно открывать этот Happy Meal в 3 часа дня. Неизвестно, что может там находиться. Лаки нельзя. Лаки нельзя. 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 Нельзя, чтобы Лаки попробовала этот макдональдскую эту еду, потому что может произойти все, что угодно. Так, ребята, ладно, будем уже открывать и посмотрим, что внутри. Офигеть, ребята, это нереально. Здесь настоящая экзи-игрушка. Смешарик. Смешарик с проклятыми глазами. Я даже боюсь до него дотрагиваться. Посмотрите, какие у него страшные красные пуговичные глаза. Просто такие же, как и на картинке. Ребят, вы когда-нибудь видели такую игрушку в Happy Meal? Ладно, я достаю ее, ребята. О, черт, друзья, посмотрите. Он реально стрёмный, это реальная игрушка, похожа прямо как и здесь на картинке с красными глазами. Черт, давайте ее пощупаем. Там что-то внутри есть. Там есть что-то? Ребята, что-то есть внутри, внутри этой игрушки. Возможно, это не обычная игрушка, а кукла Вуду на смешарика XZ, на лосяш XZ. Друзья, если провести обряд, вдруг он оживет. Может быть, мы попробуем это обязательно в следующем видео, друзья. Так что не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить, как мы делаем игрушку Вуду на смешарика XZ. Ладно, давайте заглянем, что внутри. Здесь еще какой-то Чикен Макнаггин, друзья. Коробочка, и все пусто. Чикен Макнаггин. Ладно, давайте открывать. Лаки тут как тут, потому что она учует. Лаки, что это? Это гамбургер, да? Гамбургер. Нет, тебе нельзя. Ладно, посмотрим, что в нем необычного. Обычно, когда открываешь, там внутри что-то происходит. Нет, Лаки, нельзя тебе. Фу! Место! Место! Так, ладно, посмотрим, что же тут внутри. О, черт, что? Ребята, это какая-то монета. И на ней изображен какой-то демон. И написано «no», что означает «нет». А с другой стороны «yes» и ладони. Блин, она вся в этом гамбургере. Она реально железная, ребята. Это настоящая железная монета. И я знаю, что это за монета, ребята. Это монета предсказания. Давайте прямо сейчас ее и попробуем. Офигеть. Так, Лаки, нельзя гамбургер. Офигеть, вот это бонус. А я-то думаю, почему так дорого? $1000 этот Happy Meal. Так, ладно, давайте узнаем. Так. Монета. Так, смотрите, yes и no. Я ее, короче, подкидываю, ловлю, и она отвечает, да или нет, получается. Ладно, хорошо. Смешарик лосяш XZ. Это кукла Вуду на смешарика.
Yes, да, ребята, посмотрите, да, это реальная кукла Вуду. И у нас получится провести обряд именно в 3 часа ночи. Я думаю, что это будет безумно интересно и страшно. Как вы считаете? Прямо сейчас поставьте лайк. Ладно, ребята, хорошо, мне стоит пробовать гамбургер из этого Хэппи Мила. Да! Значит, что-то должно произойти, ребята. Обалдеть, мне повезло. У нас теперь есть монета, которая отвечает на ваши вопросы, друзья. Она очень клевая. Так, ладно, давайте будем пробовать. Так, я не знаю даже, что здесь можно попробовать. Лаки нельзя. Фу-фу-фу-фу-фу. Нет, лаки нельзя. Так, ладно, я попробую, значит, откусить эту булочку. Ладно. Так, я думаю, что этого кусочка достаточно. Фу. Оно отвратительно. Фу, оно отвратительно. Что, невкусно? Отвратительно. Так, держи наготове укол. Потому что... Что происходит? Все нормально? Дурно. Подожди, успокойся. Ирина, Ирина! Черт, Ирина сошла с ума. Трош! Трош! Пин! Я? Крош! Черт, она превратилась в лося. Пин! Нюша, где вы? Друзья, у меня есть отличная идея. Кали! Кали! Кали, мне плохо! Крош! Подожди! Пин! Крош! Пин! Черт, надо вводить зелье! Надо срочно вводить зелье! Черт, у меня получается! Все! Черт! Блин! Я была лосяшем! Я ввел зелье! Отлично, но это было очень больно. Ты воткнул в задницу этот укол мне. Он был очень больнючий. Жесть, короче, ребята. Ладно, все, я надеюсь, что вам понравилось. Пора заканчивать это. Мы вовремя все успели. До новых видео. Всем пока.